Сводили мы его в Финляндии в очень крутой студии под названием Astia. Это в Лапинранте. Там работает очень крутой чувак Анси Кипа, с которым мне уже доводилось работать несколько раз до «Стигматы». Поговорил с парнями, сказал: чуваки, надо попробовать сделать шаг в сторону и Европы, и фирменного звука. Да, это очень отличная идея, мне кажется, и опыт сам по себе музыкальный, как таковой. Потому что, ну, все-таки на Западе индустрия развита получше, чем у нас в стране. И это всегда оправдано. Качество гораздо лучше, чем у наших специалистов. Начнется погоня. Всегда были за Россию, и то, что вот смотрите, как у нас круто все делают. И в этот раз мы решили просто попробовать нечто другое, вот, и свестись у Анси Кипа. И это было круто, нам очень понравилось. Он нас очень круто принял. Мы постоянно там с ним ходили в финскую баню, тусовались там, общались на разные темы. Ничего больше нас не держит перед тем, чтобы свести альбом. Еда! Мы приехали в Финку, но нам здесь, походу, не рады. Потому что, короче, типа, хозяин студии почему-то не открывает нам. И Жака, типа, ну, стрельнула мне мобилу, чтобы, типа, на последние 200 рублей позвонить, короче. Анси, это, короче, хозяин студии, чтобы он открыл нас дверь, нам дверь, хотя бы пустил переночевать. Да ладно, а что это значит? Сегодня мы ночуем в машине, но есть неоспоримый плюс. От этого железного ангара ловит Wi-Fi, короче, бесплатный от него и не без пароля. Уважение к русским группам, оно как бы есть априори. То есть ты приехал работать с этим человеком, значит, ты уже что-то понимаешь в звуке и понимаешь в том, что ты хочешь получить в итоге. Разница между русскими и европейскими студиями такая же, как примерно между русскими и европейскими автомобилями. Я думаю, то, что тут один ответ, просто они более серьезно подходят к делу и знают, что им надо. Вот. И так что нам всем надо к этому стремиться, просто быть серьезными и быть целеустремленными. Итак, сегодня третий день сведения нашего нового альбома. И мы с Витюшей забили на все, короче, и поехали в Хельсинки бабки. Вот такие вот дела. Ежака остался один на сведение, да, Витюш? Да. А мы отлично покусим в Хельсинки. Короче, сегодня шестой день власти. Вот, сейчас сделали камикадзе до 9 ступени, будем продолжать делать дальше уже новую. Короче, все круче и круче. Судя по рассказам ребят, которые ездили сводить туда альбом, это атмосфера, аппаратура, навыки звукорежиссера, ну и вообще все. Сейчас пойдем посмотрим, как у них там дела. Вот я только что проснулся, 12 дня, а он еще не ложился. Да, я зашел, он работает. Он работает уже двадцать три часа с половиной без перерыва. Сводит наш
альбом. Для нас музыка все равно, вот именно даже, например, тяжелая музыка, это все равно что-то для некоторых вот из дикости какой-то. Cool. Can I make a photo? Чё, блядь, давай мне вместе с духом, мы это же делали. Жака настолько устал, что не может даже радоваться, иначе бы он тут разнес бы все. Да, я бы плясал, скакал, но сил совсем нет, потому что последний день был очень тяжелый, но мы сделали вот это вот у нас наконец-то в руках. Вот мое тело. Грешные мысли, а что вы ждали? Удары о скалы, не помнят печали, разбитые корабли. Себя ты пал души твою. Анси жестко проникся русской музыкой и навсегда решил переехать жить в Россию. Ну вот не задача, блядь, не уедешь. Там такая, блядь, очередь, что я, блядь. Да, Анси? Да, да. Можешь сказать, как вам говорить, это будет расходиться? Совершенный человек. Как это Все, границу прошли, короче, едем уже домой. Вот она, Россия-матушка. Телогрейка в катушках.